Всем здравствуйте! Приветствую вас на моем канале в рубрике «Мини-распаковочки». Сегодня привезли вот такую вот мне коробочку. И сейчас мы с вами ее скроем. Посылочка приехала с Екатеринбурга. Здесь у нас, можно сказать, бэушечка. Но бэушечка такая интересная. Полностью собранная из запчастей с Алиэкспресса. Очень мне захотелось посмотреть ее вживую. Вот. Продавец сделал хорошую скидочку. Опа. И хороший друг съездил, забрал и упаковал. Так, вот оно. Вот оно. Так вам для начала. Размерчик, да? Навскидочку. Оп. Ну, что-то походу 130, наверное. Так. Складываем. Складываем. Представляете, что это будет сейчас у нас на обзоре? Так, дальше смотрим. Коробочка. Сам еще не знаю, как что упаковано, где что лежит. Но будем смотреть. Опачки, опачки. Сервочка Savox. Очень такая достойная. Какие-то запчастюльки. Коробка передач. Ого-го. Моторчик. Cross RC. 35 виточков. Так, защита. И что-то я вижу там еще с пометками Cross RC. Так, убираем стороночку. Следующее. Да-да-да-да-да. Вот эта тема, друзья мои. Мост. Cross RC. 12-й масштаб. Кто понимает что-то в этом, я думаю, оценит. И думаю, сразу задумается, для чего. Смотрите, какие классные амортизаторы. Так, в стороночку. Ну, это, наверное, что-то для электроники. Не знаю. В сторону. Так, следующее. Резина. 108 на 38. 1,9. Понимаете, про что я говорю? Cross RC. Это вам не хухры-мухры. Так, и считаем. Раз, два, три. Опачки с диском. 4, 5. Так. И самое интересное. Ух ты, сколько весит. Ту-ду-ду-ду-ду-дум. Как вам, друзья? Полный хендмейд. Defender. Десяточка. Офигеть. Навскидочку. Вот эта модель, я ее взвешивал, весит 3,6. Этот, походу, килограмма 4,5 без колес. Будет такой танк. Так, ну давайте пока вниз его. Оставшиеся два баллона Cross RC и задняя подвесочка. Представляете, что из этого должно получиться? Я еще нет. Полностью все металлическое. Ну, про качество Cross RC, я думаю, вы знаете, какие они делают интересные вещи. Так, в сторону.
Так, болтик какой-то раскрутился, надо его обязательно достать. Ну все, это мусор. Коробочку в сторону. И сейчас более подробно рассмотрим эти вещи. Так, смотрим. Крепление, конечно, интересное на резиночку. Но тоже, кстати, интересный такой расклад. Так, а дальше? А как же она крепится сзади? Опа! А, вытаскивается. Оп. Ух ты. Ух ты, ух ты. Металлический багажник, металлические подножки. Оп, все начало вываливаться. Салон. Блок света какой-то очень интересный. Что за модель, не знаю. То ли от игрушки, то ли... Какая-то копийная модель фирма. Но этикетки очень даже ничего. Defender, все. Решеточки все. Ну, кто-то позанимался этой моделью. Так. В сторону. Ох, стеколышко одно у нас отвалилось. И вот, смотрите, сама шасси. Вся металлическая, просто ломовая. Алюминий, прям ЧПУ. Бампера. Пластиковые краешки, амортизаторы алюминиевые, фирма Zero какая-то, G-Made что ли, G-Made. Мосты металлические, кстати, клевенькие такие, интересные. Так, сервочка GX5521, металлическая рама, металлические карданы. Кстати, крутится очень четко. И смотрите, самый большой плюс. Видите, косозубые шестеренки на моторе и на спуре. Сделано, конечно, прям так, ого-го. Так, вот тут вот чуть-чуть соскочила пружинка. А, пружинки немножко... Маловаты для чашек. Надо будет какой-то переходничок сделать на принтере. И немножечко разнести. Видите, поджато на конус. Надо будет какие-то в сторону отводы, чтобы амортизаторы ровно были. Тогда они будут лучше ходить. Ну что? Давайте прикинем, как колесо здесь будет стоять. А? Обалдеть, это просто что-то с чем-то. Наверное, хексы нужны выносные, что-то я их не вижу. Либо они в коробочке. Я просто не представляю, как эта дурнина поедет. Капец какой-то. Ну что, я думаю, на этом мы поставим паузу. И будем ждать тестов. Пишите в комментариях, хотите ли вы посмотреть на его проходимость, с чем вы его хотите сравнить, и поедет ли вообще этот бегемот с таким весом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Решил я все-таки собрать и в конце показать, какой зверюга получился. Для сравнения, видите, хорош, здоровый, так что собираем, ставим электронику, вот, тут надо кузов, наверное, надо будет приподнять, потому что великоваты колесики для него, ну посмотрим, мы, скорее всего, колеса поменьше немножко поставим, вот. Ну и поедем потестируем его.